Здравствуйте. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Итак, поехали. Видео с разборкой котла CarSX был оставлен комментарий. Ибрагим спрашивает, как поменять бачок? А вы можете мне это показать? С удовольствием, Ибрагим. Вот и сам котел. Как снимается передняя крышка и откидывается панель, мы показывать не будем, потому что все это вы можете увидеть в видео с нашей разборкой, ссылка на которую будет внизу в описании. Ну а теперь приступим к демонтажу расширительного бака. Первым делом откручиваем накидную гайку на трубке, за счет которой бак взаимодействует с самой системой отопления. Итак, откручиваем накидную гайку. Так как условно котел находится на стене, поэтому манипуляции мы как раз производили в передней части котла и теперь сверху. Что мы делаем дальше? Мы отщелкиваем крепежи расширительного бака. Они извлекаются. Так. И после чего мы легко извлекаем расширительный бак наверх. Опля, сейчас не очень удобно. Здесь нам, чтобы полностью извлечь, потребуется еще убрать боковые панели котла. Но мы этого не будем делать. В принципе, здесь все понятно. Возвращается бак также в обратном порядке. Оп, оп. Ну, не с таким усилием, конечно. Так, сейчас мы проверяем. Угу, он у нас чуть-чуть не точно встал. Сейчас поправим. Опля. Так. Защелки возвращаем. Так-с. Оп. И закручиваем гайку на подводящей трубке. Еще хотелось бы сказать, что даже при условии снятых боковых крышек не всегда получится извлечь расширительный бак, поднимая его наверх. Нам может помешать коаксиальный дымоход при условии, если он выходит строго перпендикулярно котлу именно назад. Если выходит направо и налево, он нам не помешает. А если создается вот такое условие, то придется демонтировать дымоход. Ну и в принципе на этом все. Если это видео было полезным, ставим лайки. Всем спасибо, до свидания.